Администрация Ненецкого округа утвердила региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Программа рассчитана на период с 1 января 2017 года по 31 августа 2020. Ее цель – переселение жителей округа из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. В рамках программы планируется из 90 домов переселить почти 2000 человек. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных домах составит почти 32 тысячи квадратных метров. Программа предусматривает снос аварийного жилья, приобретение для переселенцев жилых помещений, строительство новых зданий, в том числе на условиях долевого участия, а также предоставление компенсационных выплат на строительство или приобретение благоустроенных жилых помещений за пределами Ненецкого округа, исключая Москву. Общий объем финансирования четырехлетней программы – почти 2 миллиарда 900 миллионов. Основная нагрузка по финансированию ляжет на окружной бюджет и государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации, например, из-за пожара, и многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2016 года.